Друзі, ну а ми продовжимо, і до нашої студії вже завітав гість, а саме очеретний Максим Дмитрович, дитячий реаніматолог та анестезіолог медичного дому «Одрекс». Доброго ранку. Здравствуйте. Так, доброго ранку. Хотілося б маленьке уточнення, що Максим Дмитрович 2 місяці у нашій країні, тому будемо, щоб не було якихось складнощів, будемо розмовляти російською мовою. Доброе утро еще раз с вами Доброе. Говорим. Что такое, давайте начнем вообще с этого, что такое интенсивная терапия и вообще какое участие принимает в ней детский анестезиолог-реаниматолог? Да, ну, на самом деле такого четкого определения, что такое интенсивная терапия, не существует. И четкой грани между терапией и интенсивной терапией тоже не существует. Здесь в большей степени, если человеком занимается терапевт или педиатр, очень много зависит от опыта и от навыков непосредственно специалиста основного профиля. Это педиатр или терапевт или хирург. А врач, мы его называем реаниматолог, тот, который занимается интенсивной терапией. Это такое как бы подспорье для специалиста основного профиля. Если пациент в тяжелом состоянии нейрохирургического профиля, то основной специалист, который занимается пациентом, нейрохирург, а интенсивист или реаниматолог, он ему помогает своими руками, своим умом, своей головой. Вот, поэтому нету границы, нету определения, что такое интенсивная терапия. Это некая специальность, которая не укладывается в рамки основных, скажем так, врачебных специальностей. А с детьми какого возраста вы работаете? Ну, дети, по закону, дети считаются от месяца возраста до 18 лет. Но тоже есть разные градации. Хирурги некоторые, по некоторым специальностям, например, это если общая хирургия, они считают, что дети – это до 16 лет, а свыше 16 лет – это уже взрослые. А вот, скажем, до месяца, от нуля до месячного возраста – это не ребенок, это… Ну, это как новорожденные? Да, это новорожденные. Это пациент неонатального профиля, им занимаются специалисты, неонатологи. Но опять нету четкой границы. Если пациент неонатального профиля, скажем, малышу 5 дней от роду, ему нужна операция срочная, какая-то экстренная, то после операционном периоде им будет заниматься не неонатолог, им будет заниматься врач интенсивной терапии или реаниматолог. Вообще реаниматолог, это, на мой взгляд, это не совсем правильное определение специальности. Это очень узкий такой спектр возможностей. Реанимацией должны уметь выполнять, в общем-то, любые граждане, на мой взгляд. Ну, это мое мнение. Вот. Особенно те, которые работают в экстренных службах. Это полиция, это, ну, естественно, скорая помощь, пожарные. Вот, потому что они первые находятся на месте происшествия, а пациенту, особенно если он в критическом состоянии, особенно если он в состоянии клинической смерти, помощь нужна здесь и сейчас. Потому что вести в больницу – это потеря времени, потеря человека. Ну, вот. И я еще, может быть, добавлю здесь, насколько грамотность. Вот я могу судить по Австрии, где на станциях метро находятся дефибрилляторы. Вот ручные. То есть, если человеку плохо, нажимается кнопочка, любым прохожим, по сути дела, нажимается кнопочка, и там вот робот вам говорит, что нужно делать, с какой частотой нужно, значит, вот. Это не врачебная работа, это наша общечеловеческая работа. Ну да, наверное, да. Вообще нужно начинать с воспитания, да, в школе, не знаю, где-то, чтобы прививать это людям, чтобы каждый мог хотя бы в общих, да, чертах понимать, что, что делать. Хорошо. А какие отличия главные между детьми и взрослыми в интенсивной терапии? В интенсивной терапии много отличий. Сложно их в короткоэфирное время сейчас пояснить. Но основное, наверное, это то, что есть свои анатомофизиологические особенности у детей. Это первое. Особенно у неонатального профиля, если приходится работать с пациентом новорожденным. Вот. И спектр заболеваний.
разные, угу. Детей и взрослых. Взрослые среднего возраста болеют редко. Вот чаще это пациенты более старшего возраста, у которых уже сформировались какие-то хронические заболевания. И вот уже от этого надо плясать. У детей здесь в большей степени они чаще всего все-таки здоровые изначально. Угу. И то, что с ними происходит, это что-то экстраординарное. Например, травма тяжелая, угу. Да? Например, инфекция тяжелая. То есть изначально здоровый ребенок, тяжелая инфекция. Тут уже подключаемся мы, специалисты, реаниматологи или врачи интенсивной терапии. Какие заболевания чаще всего встречаются в вашей практике? Это у детей это инфекционные заболевания, заболевания хирургического профиля, конечно. На предыдущем месте работы это было основное. По статистике еще сюда, конечно, можно включать и травмы. Угу. Нейротравмы, там, абдоминальные травмы, травмы грудной клетки, травмы костей, скелета. Много вариантов есть. Вопрос по поводу трансплантации. Вот пока в Украине это только на начальных этапах развития. Вам уже удавалось работать в этой сфере? Да, в Минске детям начали трансплантацию, я из Минска сам, угу. Начали трансплантацию печени в 2008 году. Это был пациент 17-летнего возраста. Но потом постепенно за несколько лет, наверное, года за 3-4, перешли уже на совсем маленьких деток, потому что скажем так, профиля чуть старше месяца и, ну, вот до года mm-hmm. уже трансплантировали печень. Есть ли у вас опыт? Безусловно, да? Mm-hmm. Опыт есть, именно касающийся печени, почек. Почки уже давно трансплантировали mm-hmm. у нас, а вот печень стали в 2008 году. И здесь важный момент, это то, что взрослым производят трансплантацию, как правило, от погибшего человека. Uh-huh. Донорскую трансплантацию uh-huh. производят. У детей, то, что касается печени, производят трансплантацию от живого донора. Чаще всего донором становится мама. Ну, или как кто-то из близких родственников. Uh-huh. То есть изымается у мамы доля печени, небольшая доля печени, вот, которая пересаживается ребенку. И дальше она развивается, в общем-то, нормально, и человек растет уже с новой печенью, ну, практически здоровым. Угу. Вот. И здесь важно, что дети с какими-то врожденными заболеваниями, требующими трансплантации печени, они до начала вот этой эпохи трансплантации, они быстро погибали. Uh-huh. Вот. Но как только научились хирурги трансплантировать печень, они стали выживать. Но здесь важно то, что когда берется часть донорского органа от мамы, сосуды взрослого человека и сосуды ребенка, uh-huh. которые нужно соединить uh-huh. между собой, они, ну, я грубо скажу, но они разного калибра. Uh-huh. Вот. И для того, чтобы подготовить человека, для того, чтобы маленький ребенок смог принять чужую печень, его нужно до этого дорастить. И вот это самый важный момент. Дети раньше умирали. Сейчас уже есть методики, которые позволяют доращивать детей. Хирурги обычно требуют вес от 8 килограмм и больше, для того, чтобы mm-hmm. можно было спокойно пересадить печень. Вот. Поэтому нужно дорастить ребенка, а вот это вот уже, наверное, это можно назвать искусством, чтобы человек не погиб, угу. не вошел в какие-то септические состояния, и чтобы он рос. Потому что печень — это основной орган, один из основных органов пищеварения. Угу. Не только пищеварение, там, и кроветворение, и выработка белков, свертываемость крови, там очень много функций у печени. И вот, вот при отсутствующем органе нужно дорастить ребенка угу. соответствующего веса. Это тяжело сделать. Ну, вот вы уже говорили не раз по поводу особенностей, отличия при операциях взрослых от детей. А с какого возраста можно применять анестезию у детей, обезболивающие? Какие есть ограничения? Никаких ограничений нет абсолютно. Обезболивание и анестезиологические пособия производятся у детей любого возраста, любого веса. И если, что достаточно часто бывает, недоношенный ребенок, родившийся, условно говоря, с весом 800 граммов, угу.
Он может иметь много хирургических проблем с, ну, вот, называется энтероколит. И хирурги должны его оперировать. Угу. Анестезиологи должны предоставить человеку возможность защиты от хирургической травмы и от вообще этого тяжелого состояния. Угу. А в каких случаях может понадобиться седация? Можете рассказать немного? Ну, седация, вот это сложный вопрос седации у детей и у взрослых, он совершенно разный. Детям седация практически всегда нужна, особенно если ребенок не смышленыш еще совсем, который uh-huh. от мамы, ну, не на шаг. Uh-huh. Ну вот представьте, ребенок, которому подходит чужой человек, чужой дядька, вот, в белом халате, с непонятной что-то маской. Что-то начинает делать. Да, с непонятными uh-huh. инструментами, конечно, человеку страшно становится. Uh-huh. Вот, и что-то делать, это, в принципе, бывает невозможно. Те же самые обычные, безболезненные процедуры, например, там, ультразвуковое исследование. Это же mm-hmm. не больно, не больно, конечно, но ребенку вот очень mm-hmm. страшно. И он плачет, он вырывается, мама пытается его успокоить, но не всегда это получается. А если ребенок вот в таком состоянии, врач не сможет провести нормальную, правильную диагностику. Ну да, конечно. Вот, поэтому вопросы седации у детей очень широко распространены. Вот. И здесь речь идет не только о медикаментозной седации. Самым главным седативным компонентом у ребенка является его мама. Чаще mm-hmm. всего достаточно присутствия мамы для того, чтобы ребенок был спокоен, даже если ему будет больно. Mm-hmm. Тут вопросы, там, игрушки, какие-то мультики. Что интересно, вот я стажировался в Америке, они принципиально не осматривают детей в медицинской одежде. Mm-hmm. Они приходят, ну вот просто как люди с улицы, в обычных рубашках, в обычных штанах, вот чтобы ребенок не боялся. Mm-hmm. Вот. Чтобы не подошел, да, какой-то страшный дядька. Да. Угу. Ну, вообще, из собственного опыта, на какие вам приходится идти? Ну, не то чтобы жертвы, а какие-то у вас, может быть, есть особенные пути, как договориться с ребенком? Ну, каждый ребенок — это личность, и он очень индивидуален. Здесь надо искать подход. И в первую очередь надо искать подход к родителям ребенка. Вот, потому что если мама плачет, когда ребенку плохо, ребенок будет плакать. Что бы ты ни сделал, какие бы ты танцы перед ним ни танцевал, он будет плакать. Поэтому сначала первое, на кого направлено действие врача, это на маму. Угу. Вот, с ней говоришь, успокаиваешь ее. Вот, она немножечко успокаивается, объясняешь, что не надо плакать, ребенок будет за вами плакать. Надо ни в коем случае ничего не скрывать от родителей, говорить всю правду. Вот потому что я знаю, некоторые врачи, они бывает что-то скрывают. Нельзя так делать. И даже если что-то тяжелое надо сообщить, это надо сообщать. Вот. Тогда нету вот какого-то щита, какой-то границы, какого-то барьера между мамой ребенка и врачом. Ребенком, соответственно, и врачом тоже. Ну, я бы так ответил на это. Ну, бывает же так, что врач, например, наоборот, считает, что он во благо, не сообщает какие-то, может быть, на данный момент какие-то вещи, дабы не ухудшить то же самое психологическое состояние. То есть, в этом тоже есть какая-то грань, не знаю. Вот, не, да? Я считаю, что это неразумно, нецелесообразно, вредно. Ну, да, даже если имеешь дело с умирающим человеком, даже если, не дай бог, это умирающий ребенок, ну, надо говорить прямо обо всем, спокойно и по возможности, чтобы человек понял тебя, услышал. Ну да, да. К сожалению, это с вашей стороны, как со стороны специалиста, это факт, да, который вы просто... Да, да. Что ж, спасибо большое. Я думаю, что одесситы с удовольствием вас слушали, и мы, потому что вы спасибо. Дали много хороших советов, и позитивных в том числе. Мы дуже вдячні сьогоднішньому нашому гостю. Я нагадую, у нас був сьогодні у нашій студії очеретний Максим Дмитрович, дитячий реаніматолог та анестезіолог медичного дому
Одрекс. Будьте здорові, гарного вам сьогоднішнього дня. Ну, так, дякуємо. Дякуємо. Ну, а далі пропоную дізнатися, які ж там новини сталися в світі кіно.